Всем приветствую, друзья, это канал Мусалим. В работу взяли Subaru XV на полную шумоизоляцию. Разобрали салон автомобиля, багажник. Вот так вот он выглядит в разобранном виде. Штатная шумоизоляция практически отсутствует, не считая небольшого кусочка на полу. Вот так вот в крыльях, на арках ничего нет, голый металл. Все будем проклеивать сплошным слоем, прокатывать несколько слоев, все насколько это возможно. Разобрали салон, также смотрим, практически абсолютно голое железо везде. Также все будем сплошняком проклеивать и прокатывать. Обезжириваем поверхность. Вытираем и приступаем к нанесению первого слоя. Разобрали двери тоже пустые, изнутри ничего в них нету. В передних дверях тоже ничего нету, помимо вот такого звука барабанного. Все будем прокатывать, насколько это возможно. Можем приступать.